Три. На конкурс. Дети читают стихи Анпилогов Андрей. 5 лет. Что такое Россия? Это полная жизнь. Счастье, благо, радости, свет и весна. Когда дожди прохладны на землю друг ближним. Когда ежа шумит, отошедшая от сна. Когда птички поют снова в нашем краю. Я Россию свою, словно мать дорогую, очень нежно люблю.